Запись пошла, давайте. Раз, два, три. Так, выбираем. Чего там, я еще... А, так, камбумаг. Деструк, ну, давай, знаешь, выбирай стороны. Да, вдруг знаю. Как бы... НАТО и меня в НАТО выпили. А, ну для начала, что я выберу? Так, какая у нас карта? Рашл, да? Ой, ну, Рашл, Рашланд. Можно не Рашланд, если не нравится. Но 5 минут мало. Если Рашланд. Давайте РФ со стороны РФ. НАТО. А мне НАТО, плиз. Ему НАТО. Дима, простая какие? Так, Дистрип, ты выбрал человека для себя? Алло? Я слышу? Да, слышно. Да, там кто-то. Ну, очистите, пожалуйста, рейтинг. Ну, эту таблицу. А, понятно, короче. Сейчас. Вот так. Можно меня в НАТО, пожалуйста? А что тебе США не нравится? Это Блуда сказал. Блуда. Ты что, как бы это... Не веришь в российский танк? Нет, я просто против спайков и ММА воевать не хочу. Ну не так они страшно, как их мули. Да, от них вернуться хочу. А проставь капитанов, плиз. Чемат Корнет. Давайте, сейчас я выключу. Я первый, Кингсмир второй. Так, Кингсмир. Второй, а я это кто? Деструбин. Деструбин. Это первый. Ага. Да, ну, как бы выбор великий очень. Блуда. Ну давай, Блуда. Куда мне? РФ. Ой. Да, кстати, как раз. Так. О, Эдик, привет, Эдика, считаем. Привет, Эдик. Ребят, секунду. Давайте Вайсера возьмем сюда еще. Вайсер. О, ну тогда давай Вайсера. Отмени последний выбор. Отмените выбор. А сколько у него очков-то где-нибудь? У него дофига, он нормальный по цене. Эдик, я тебе пригод сейчас кину. Ребят, он нормальный по цене. Спасибо, спасибо. Вайзер, ты очень дорого нами ценишь. Вот все, тогда выбираю Вайзера. Первая команда Вайзер. Вторая Тимоша, давай. Тимош, доту на топ, блядь. Не, ну нормальный 260 очков, это нормально. Дай, даже не в очках делать. Да все, пожалуйста, успокойся. Блуда. Так, Блуда, первая команда. Ромич, спускайся к нам. Куда? В НАТО. Бля, да пошел. А, давайте карту поставим другую путь. Давай. Опять разница между капитанами и двести. Ура, Россия! Ура, спайки! Не Россия! Так, снизу поставьте. А, поставьте кота. Кота поставьте в РФ. Да, кота РФ. Дальше. Тимош, тоже галку поставь. Так. Кого еще не выбрали из этих? Телевизор есть, Туби. О, тепловизор, давай НАТО. НАТО. Так, ты видишь электровольфа. Ректор Слизь Джейн Раша. Дальше Туби или Санчес? Санчес, лол. И Туби. Окей. На первую команду. Нет, Санчес, ты в НАТО. Вас? А код за РФ. Да, код за РФ. И сейчас Вайзер сойдет за РФ. Это тебе пригол скинуть. Кинь-то это вас. Эй, Раша, Раша. 5 на 6, да? 9. Я вижу вашу, но ватен. Вашен кайл ватен. Oder was meinst du genau? Sag doch. Что произошло? Вот о чем говорит, да? Я бы тоже не так решит вопрос. Кого ждем? Вайзера. Buddy left your channel. А, Вайзер, давай. Buddy left your channel. Buddy left your channel. Channel switched. Buddy joined your channel. Да. Хорошо. Какую поддержку предложите? Надо будет Тимош будет питать. Поддержки Тимош только.
Ну тогда ладно, Тимоша ведь всего. Да, тут не справится. Я на центр, тепловизор лево, Ромич, право, Санчес. Давай тоже на центр. А, вдвоем в центр, окей. Давай ты центр лево, я центр право. А не слишком давай, ли большая карта? Не, я она маленькая. Тут 3 на 3 можно играть. Я серьезно. Хорошо. Но вот то, что их на одного больше, это как бы хуёво. Очков у нас больше будет. Этот, я предлагаю, я буду таким универсальным игроком поддерживать, где будет проседать. То есть вначале пойду на центр, ну где помощь нужна, туда подошел. Я буду поддерживать. Ром, ты влез. Ты влез направо. Точно? Да. Попробуй там, а то ты всегда на этих высотах. Пробуй там. Ну, я обычно там подавить могу. А в лесу Правда, да, лучше Ромича на этой самой послать. Налево. Налево? Ну тогда ладно, слаб. Тепловизор направо, Ромич налево. Все. Поехали. А, что там Юра тормозит? Юра что там? Тормозит. Зачем посудить? Почему бы и нет? Buddy left your channel. Я, наверное, а слабое звено у них, а у них нет слабого звена. Кто со мной налево идет? Никто. Ты один. Мы вдвоем на центре, просто Кинсмер будет центр лево. То есть Кинсмер, если что, помогаешь Ромичу третью точку удерживать, а я буду помогать пятую. У них опять, возможно, ВДВ будет. Возможно, будет. Точнее, возможно, будет два. Санчес любит так делать. Как? Ну, Санчес за нас. Как точно делать? Я привык, что я... Че, ВДВ, что ли, или что? В два ВДВ. А, ну я люблю двойную порцию ВДВ, да, когда ситуация, ну, игроки позволяют, когда там 5-6 игроков на небольшой карте, тогда да. Вообще слабых игроков сейчас нету, сейчас тяжело будет. Ну, у них нету слабых, у нас тоже, в принципе, укомплектовано, но их больше на одного. У нас, да. Да не, да ты... Не, не сказал бы. На прошлой карте ты меня держал, ну, в принципе, почти всю игру. Давал отойти, так что нормально. У них Рауль такой, он бывает у него идет, бывает не идет, но он за счет каких-то масс, он бывает, он уже научился с нами играть, он, в принципе, я скажу, даже получше Диструбина играет. За счет духа Блицкрига он выигрывает. Да. Диструб потом будет смотреть запись. Ну, блин, они примерно все равно, как бы у них... Подожди, кто-то британцев берет еще? Я Deutschland. Я немец. Все Deutschland. Что вертолеты не выиграли. Окончательно убедиться, что британцы. Да. Привет. Привет, Степа. Привет. Опоздал ты на пару. Ох, лагает. Думаю, интересно из-за кого?
Так, у А2 же гранатомет, да? Боксера. У кого? Боксера 2 у него. У него АГС. У него АГС. Головы я захвачу. Так, В2 я не слышу. А, нет, стоп. Нет, вроде. На сенсор, что ли? Либо... Это нет, правда. Вот нас так обманули, да? Я сам не уверен, есть ли. Хельсмир на центр сам, я на пятую. У них авиация есть? Ага. Авиация будет по-любому, ребят, тут... Да, на такой карте авторетка берут. Не, когда... Не, Ром, берут арту, когда 6 на 6 или 7 на 7. Ну, когда не с авиацией, тогда я беру по-другому. Мне леопард вынес, или это был Warrior? Найс, огонь по своей. Воу. Воу. Воу, я прям на смысле. Это мой, что ли, вот это сделал? Нет, Санчес, как бы, да, это Warrior. Кормовую машину. Это не я, это бот. Так, так. Ресурсы. Так хватает. Я убрал слева от того. Переснем, сейчас ударник возьмем. Танк его носить. Да, правда, много танков. Да вижу. Блин, меня бесит бот, когда он начинает башню самовольно доворачивать. Кто-нибудь, кто убьет, да, я его захватываю. Просто 30 секунд до ударника. Финсмер, остановишь его? Просто ни одного граната нет. Да, я вижу. У меня есть гранник, я попал, кажется, на него. Бери этих чеков всегда. Ударник в воздухе. Кто по танкам? Блин! Я не тот самолет. Я взял не тот самолет. А что у нас на ты? Да ударник и взял. Майер разрабатывал. Ладно. Ближе точки не искал. На ПВО было. Сбил. Ты не повредил.
Что-то пушка живая. Вы капитан. Живу. Да не, не, не. Какая справа нужна помощь? Так я работаю, тебе помогаю. Что там ты справа? Я могу. Не вот это вот. Тяжелые ракеты сейчас могу пускать. А что это? По стационарным целям. Пустил. Сейчас ему конец, наверное. Да, ему конец. Нет, выжил. Добиваю. Есть стоячие танки. Есть. Авиация опять пройдет. У РВВ. О, попадали. Все. Гаш. Он тоже? Он тоже, да. Все. Я сейчас возьму вертолет. Так, второй вопрос. Есть тяжелые... А, вот, танк стоит. Да елки, я еще разбился. Класс. Ладно, вертолет. Часа до танка сесть, да, экипажем, чтобы выиграть. Вот этот танк надо выпить, он стоит. Ясно, лечу. Чего, Дим? Так, горе, полезно на ПМП у нас, да? Да, оп. Сейчас на правом фланге. У меня там самолет летает какой-то. Да, это... А, ударный. Танк я взорвал. БМПшка покоцанная, но она вроде... Долби ее бронебойки. Так, мне вынесли этот. Так, ну... БМПшку на центр выбит кто-то, нет? Что? ПВО, говорю, есть вообще? Есть, есть, справа есть. На центре сонар ракетный. А, вот, все, я могу сейчас взять ПТ самолет, отлично. Ребят, погодите, слева пролет. Пехота, пехота. Правый пролет. Ребят, справа пролет. Я понимаю, что эти что сделал, мне все ПВО выбили. Вот давайте, добивайте. Тогда сейчас все танки выбью. ВБЛ не хочет стрелять по нему. Пустая. Убили? Справа, да, я убили. Отлично. Все, выношу танки сейчас. У меня справа танки. Сейчас, сначала слева, так, что у тебя? Да сейчас я тебе помогу, без танки. Да там танк был, но он уехал. Увидишь, скажи. Работаю по танку, все. Много версий потерял, но самое главное, что... Вертолет летит налево или на центр. Боже, сами я. Я могу искать. Спасибо. Это именно риск. Сейчас на центре буду выбивать тех. Танк в том числе. Да, налево. Разрешит с пехотой. Сейчас уничтожу. Это мимо. Но он мне первый собой убил. Ты его выбьешь сам? Нет, он этого больше нет. Хотя если он сейчас залетит прям на... Я сейчас очень занят танки. Но он все равно окупился. Как меня. Все, я больше. Это
две тяжелые бомбы. Я вижу, там кто какой-то сидит. Ну да, на центре есть. Нет, нет, он. Так, метку держи на миномет. Кинул? Ага. Не знаю, попал. Вот трассер бомбы есть, мне кажется, с остальных почему-то не всегда видно. Бомба летит медленно, а ракета включена. Убил? Да, спасибо. Танк засветил, танк убил. Да, сейчас. Готов? Готов, атакую. Им? Verstanden! Найна уйдет. Да. А нет. Пролетела. Вы можете за мной будете. Стрела. Бьешь? Сюда гоню. Ты гонишь, я ее сразу. Да, его сам два убили. Я, камарад! Так, что там? БМП-3. Иди ее, сейчас я ее убью. Четыре ракеты есть. А там АГС. АГС, я не помогу. БМП. Ла. Да-да-да, вижу цель, сейчас буду закрывать. Кицмер, давай фугасами сейчас. Вижу танк, короче, тебя. Метку, метку. Туби, главное, чтобы не вылетел. Так, Туби против нас? Да. Да. Ну, тут разные ситуации. На земке у них больше, я сейчас центр помогу, я фугасами буду лупить. А у них мертвый пинг, у него мертвый. Там вылетел, тихо. Да, мы поняли. Так, Рубич, давай не там. Все правы. Все правы. Чекам. Па, и еще запасная есть. Уходит, сейчас я его долбану еще. Свети, свети! Куда, значит? Я БМП-3 бахнул. Ух ты, черт, там козырька у них. Ну, у меня там двое, они будут без подпомнить. Могу приводить. Ладно, ребят, я тогда на базу. Одна ракета. Есть, ты видел в воздухе. Ой.
точку захватываю. Чекаем. У меня слева авиация. Сейчас лечу. Или на центр, похоже, идет. Все правильно. Так, ребят, не завалите мне, пожалуйста, самолет случайно. Лечу уже. У меня вот тут вот что-то стоит, кто рез. Пока только ПВО. Заправьте. Делайте силы грации. Перспективе кабовоз возьму. Можно отбомбить? Пока нет. Тут конкурс. Жопу не прилетел. Вот, иди за мной. Истребитель, готовьте ПВО. Отлично. О, нифига. Ты чё, первый ракет? Ему не надо будет сейчас добивать уже, но я готов. Опять ничья, да? Всё. Хорошо. Они сейчас попробуют взять штурмовик, скорее всего. Это возможно. У меня откуда-то прилетела ракета. Корнет будет. Нет, это не он. Не с того направления прилетела. Она прилетела откуда-то. Корнетов у вас полно там. С этим пока ничего не сделать. Да. Обидно. Через 3 минуты только будет еще какой-нибудь самолет. Но если техника пойдет, то технику мы завалим. ПТ у меня пока есть. Воздуха тоже прикрыт, более-менее. У нас, по-моему, ПРРка с 5 бомбами-то, да? Да, по-моему, у нас ПРРка с 5 бомбами, да, точно. Ладно, вы так решили играть, ладно. Я тоже так умею играть. Так. Ой, компания, есть 5 кабов. Сейчас 5 кабы. Желательно сжечь вот это. Вот, прямо сейчас не могу я перезаряжать. Вы сюда вот закинуть один. А вот кабы могу кидать. По станковке. Да, там конкурс стоит. Пометки где? Правая метка? Справа, справа. По центру вот сюда будет кидать. Сначала право обрабатываю. Метку держите. Ла. Все убил. Вот здесь, вот сюда. Нет, куда? Ага. Давай, немец, быстрее. Ромич, у тебя метку на станковку есть? Да не, мне пока не надо. А вон там где птур стоит. Да, давай, но он не мешает. Ладно, экономлю. Близко. У меня станковка до сих пор живая. Пока не готов уничтожить станковку. Должен танк завалить.
приоритетная задача. Или так, ну так же мешает, да? Да нет, не мешает. Да. Есть немного. Да ладно, давай. Не гони, не мешает. Да. Сейчас я его быстренько вольну и продолжу танков купить. Давай, это я просто без привода остался. Тем более, надо танк свой. И без танка остался. Гайд. Ух ты, нифига его бомбануло. Кто-то в бочонок попал. Танковку продолжаем бить. Вижу Птур, где он? Веточку дайте на Птур на холме на центре. Я не вижу. Ну как будет метку сказать? Можешь повторить по танку? Пока хочу сказать бармен, повтори. Сейчас вижу. Засек его. Там у них уже авиация. Я не знаю, но мне кто-то везелёк забанул. Ребят, они на арту, походу, сменились. Нет, у них авиация только что была. Это танк я сейчас выбью. Так, теперь танк. На центре я выбью, не траться. А чё не тратится? Сейчас долбан. Не надо. Вот чёрт, меня поймали. Ну и он до моего положения долетел. Били его? Нет, он ушел. Он до моего положения долетел. Ясненько. Осталось только два капа. Даже один. Так, ловите его на ПВО, сейчас он за мной летит. Ромич, ты есть его? Да. На центре есть, здесь. Давай. Он где-то слева еще был. Так, лови его. Ага, молодец. Это плохо работает по Еврофайтеру все. Может быть, типа ловушка. Так ловушка она отключена сейчас. Работает, она только будет починена в следующем. Может, она визуально отключена? Нет, она как раз таки визуально не отключена. Так. Бомбардировщик. Я взорвал Т-80У со спайкой. Да, вижу. Не, я и сразу пролаг. Ребят, будет бомбардировщик через 6 очков. Можно будет заказать. Ага. Есть 2 капа прямо сейчас. Тут что-то есть. Едет, меня не интересует. Меня интересует скопление пехоты и станковка. Или могу сказать, что я через точку, танк тут что-то начинает. Че это упал? Ну и просто брось бомбы сюда. Что ты где? Не знаю. А там, наверное, не стоит. Нет, я что-то упал. Откровение. Это инерция. Так, соответственно, сбили меня вот здесь. ЗРК вот отсюда, из-за холмика. Ты, наверное, там зачистить не можешь. О, куча пехоты вижу на правом фланге. Сейчас долбану. Вот здесь два отряда пехоты выступают. Вторую бомбу туда кину.
Засвети меня так, как вот этот на центре. Разумеется. Отлично. Я попробую. Потому что я не могу кидать без точной метки. Ну чё, кидаю на своё усмотрение? Да, вот сюда. Вот сюда кидай. Да, вон вижу. Оу, что-то твои ракеты, Санчес, не долетают. Но у них топлива не хватает. Надо ближе ходить. Что, мне, наверное, ПВОшку взять нужно, да? Нужно ПВО или бомбер или ПТ? Мне ничего не надо. Или можно КРВ плюс КБВОС? Мне не вертолет. Надо ничего. Кроме что я слово, ну ты вывернись всё. Не, у меня просто не тот, который... А, вопрос. Ну, БМП захватывает точку. Да, я за штурмом гоняюсь. Ну, ошибочки настройки. Может быть, варю уже не захватывает? Захватывает. Захватывает? Да, да. Захватывает? Ну, варю его. Ладно, разберемся. Потом. Ромич, давай я тебе выполню. У меня бомбардировщик есть. Да не, еще на другом плане. Ладно. И у тебя чего? У меня все практически. Кому не нужна поддержка? Походу. Ну ладно, посижу пока. Пока пять. Да, просто. Можешь машинку МПВ взять покататься. Да-да-да, я уже лечу на перехват. Все мимо. Хорошо, что стоп-кадр, я могу отследить, куда фугасный снаряд пойдет. Он пойдет мимо. Да. Опять летает. Сейчас я его достану. Справа по МП-3. Нет, уходит постоянно. Я представляю, как сейчас у них горит. Сейчас она последняя игра в Айзере. У него там и нейрон пушечный, он шатается на полёте. Неужели же? Вот гад. БМП-3 рядом было. Кто так кап хорошо кинул? Я по ней кидал. Так. Только их там две, вот еще одну. Ну вот сейчас еще одну. БМП-2 я выбью. У меня пума.
Я тоже думаю ехать. Нет. Танковка вот рубашка тебя там есть. Давай я сейчас посмотрю. Ну ты можешь себя кинуть одну. Тут метку держи. Я с другого фланга лечу. Вот этот мотолыга, она здесь стоит. Ты можешь кто-нибудь? А, это дверь, конечно. Не смотри, там стрелы. Да, да. Перезарыть. Тебя выбили стрелка, что ли? Нет, не я. Ты его потом. Ты его выбьешь, что ли? Выбью, но не скоро. Тогда сейчас. Сейчас еще одну Телек. А. Что у тебя? Все нормально. Вылет, походу. Ну, если. А ты игру не перезапускал после того? Нет. Да, он лагает. Нет, это точно вылет. Точно или не точно? А, он по интернету лагает. Вырубаем тебя, да? Да почему духом проснется? Да, погоди, может, я лагаю. Ладно. Так, телек же справа был, но тогда вместо него будет Санчо. Надо напомнить. А я и так справа играю. Ну всё, я выключаю, да? Да, я думаю. Buddy joined your channel. Кстати, зря бы его кикнули. Ну чё, ну, ладно. Только больше не видеть его везде, когда они куда-нибудь ходят. Так, я пока перезаряжаюсь. Sie schießen auf mich! Die Bastarde versuchen mich abzuknallen! Sie prallen. Ja, Kameraden! Sie prallen. Просто не занимайте полос. Возможности. Будкабы. Кому-то нужны? Могу обеспечить. Кому-то ГС? Кому-то на центре? Я бы им подкинул. Да, вот сюда бы, кабы. Давай сейчас кину. Он уходит. Но он чуть правее перенесет. Ну и значит хана ему. Я думаю, он не уходит. Оп. Ладно, хотя бы покажем. На холме там ПТРК стоит, надо его вальнуть. Ты можешь засветить? Ну... Приблизительно здесь. А, нет, там я не смотрю. Так, короче, у тебя миномет, что ли, да? Не вижу, вроде нет. Там у тебя скопление пехоты. Thank you.
Давай накидаю туда, или не надо? Ну, можешь, только видишь, что тут... ПЗРК, короче, стрелу я убил. Убил. Еще минимум два ПЗРК. Справа еще один. Вот там один. Не достанет. Ром, теперь ты, да? У меня ожидание сервера. Я думаю, это, наверное, все. Блин, так хорошо. Провайдер, что ли, у меня тоже. Ты меня не знаешь, что нормально слышно. Ну что такое? Ну вот, вот теперь уже все. Ну, Кинсмер, иди налево, я центр право буду держать. Ребят, ну кто мне раздавил самолет? Санчес, ты? Чем? Танком, что ли? Танком, да. А, ну, блин, сорян. Ну, я уронил. Он вроде бы может еще двигать. Жену, блядь. Ну, не знаю, как полетит, не полетит. У нас РВВ здесь. Кинсмир. Здорово. 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 И кольцо. Так. Разумеем добре, разумеем добре. Ну понятно, почему у тебя предупреждение, как бы. Его можно разбить дальше. Ну, ребят, чего мы играем или нет? Да, да. Какой смысл сейчас? Так а что, вы уже начинаете? Не, ну можно написать в игре. Как раз много он сверху народ сидит. Давайте, да. ЛГ? Ну, потому что да, у нас двое вылетело. Зачитывать игру? Да не знаю, наверное, ничья. Да. Че остался? Я вот тут бомблюсь. Да блин, какое может, поражение, ничья тут? Ты че? У меня. У, тут че, какое тут ГГ, ты че? Какой ГГ? Играть можно было еще спокойно. Пошли. Ребят, давайте ничья. Это, блин, ну ГГ, потому да, что... Посмотрите на мой фланг. Коли, стой, не выливай, выливай. Да, я Лёбик Санчеса убил. Ну вообще непонятно. Димаш? Yeah? I will be just for like... 5-10 минут максимум AFK, окей? Okay? Okay. Уничтожил леопард, куда сейчас вылет. Нет, я по лёгку даже не стрелял. У меня, кстати, тоже походу вылет. О, сколько сегодня народа, я не ожидал. Вот этот кванг Е, он точно не из самого мода, а из-за чего-то типа рассинхрона. Вот как начали люди вылетать и лагать, сразу у всех через... Да фигня это всё, и когда все люди оставались, тоже был этот кванг Е. Он при любых исходах. Ну, он не у всех сразу. Что-то мне кажется, это что-то именно с этим кодом игры. Или что-то подобное. То есть это сама игра такая. Тимаш, а это может быть связано с объектами, когда игра ставится на паузу, ну, даже микротвистов. И там да не, там чисто рассинхронный краш. В смысле, просто рассинхрон. Да. Я отойду на пару минут. По поводу самолетиков, слушай. А вот ты знаешь, такое ошибка. Значит, пауза у нас 10 минут, потому что электроник отошел на 10 минут. Пока собираемся. Давай, давайте это пока перекурим. Я все. Перезайдите в игру пока. Слишком много игроков. Поставьте галку. Слишком много игроков, я очень сильно лагаю. Ну то есть вообще. Тимош. Да. Слушай, подскажи, пожалуйста, такую особенность заметил. Вот смотри. Ну, это не только сегодня, но вообще, в принципе. Летал во многих разных самолетах. Из-за США за это в Еврофайтер ракеты сами не летят. В любой другой торнадо, остальные летят. Да, почему-то такое вот. Возможно, не знаю, почему, возможно, дело в ловушке. Мы закончили. Но ловушку я сейчас поправил, в следующем тест-юнице будет исправление уже. То есть, во-первых, она будет работать, ну, то есть на нее будет наводиться, если самолет уходит от ракеты. Ну хорошо, а если он летит навстречу, то должен... Соответственно, на самолет. Ну, может, я это сделаю. Ладно. Да. Второе. Это, второй Никита. Второй, Дим, один. А сколько у нас Еврофайтер Торнадо стоит? Ой, Еврофайтер
у РВВ? 180 чем. А Су-34? А Су-35? 200. Ничего не смущает? Потому что Су-35 он лучше, у него больше ракет, а у него радар лучше. Просто это сейчас бакс Еврофайтер. Ну, хорошо, я бы не сказал, что он лучше. Это самолет вполне одного класса. Потому что у Еврофайтера, скажем, да, у него радар хуже, а ракет меньше. Но он тоже 4++ идет, да? Да, он тоже 4++, но у него ловушка есть вот эта вот. И маневренность у него тоже неплохая достаточно. Тимош, насколько я помню, Еврофайтер шел 4+, а Рафаль М шел 4++, то есть Рафаль самый продвинутый. Тимка, слушаем тебя. То, что у нас один уровень, вообще один самолет, который может хоть что-то сделать другим самолетом. А у остальных стран, там, у США там вообще 3 самолета уровня. Это решается таймерами, а не ценой. Так, секундочку. У НАТО один самолет, это, подожди, это Еврофайтер УРВВ и Еврофайтер с скабами, да? Это один самолет. Хотим, да. Что? Ну, у НАТО только Еврофайтер есть, и все. Два. Один, у них один таймер. Да.